Свинья же конится. Здорово. Как здесь? Заебись. Как звать-то тебя хоть? Ну, можешь меня просто по никнейму назвать. Да я хуй знает, как он читается, блядь. Био. Просто био назвай. Биомасса, блядь, что ли? Биовульф. Это что за хуй? А? Че это за хуй, биовульф твой ебаный? Биоволк, что ли, блядь? Типа того. Хуя тебе фантазия. Нет, просто персонаж из одного фильма. Анимешник, да, ебаный, получается? Нет. Мультфильм. Норвежский. По норвежским легендам. А ты сам, из какой гильдии? Я, ебать, так в игру зашел, нахуй. Ну я уже этот пару макак разъебал, так что готов, ебать, покорять, нахуй, простор Оазису. Окей. Сейчас, секунду. Мне просто сейчас надо зайти, я другу попрошу. Куда? Куда пошел? Я отошел. Поуже. А мне что делать, ебать? А сейчас мой друг зайдет. Давай, жду. Так, привет. Здорово. Да, вот что, вступить в гильдию хочешь? Конечно, тебя звать-то как? Шквига. Что, не видишь, что написано? Это что за хуй такой, Шквига, блядь? Опять тебе нравится. Не знаю, как будто ты хуец пососал с маслом, блядь, и ник такой придумал. Ну да, кто бы говорил, что ты какой-то агрессивный. Да, я вообще спокойный, макак вот хуярит. Алло, ебать, ты тут? Да-да-да, я вот и думаю как раз о тебе сейчас. Хуйню про меня думаешь? А ты что такой дерзкий? Хуйню про меня думаешь, что ли? Ну вот я говорю, спрашиваю, ты что такой дерзкий? Я вообще самый спокойный человек, ебать. Макаки нападают, хуй это бежишься, блядь. Ты бы видел, толпа макак напала, ебаный свет. Ну а ты как хотел. А ты всегда такой или только сегодня у тебя такое настроение? Да я всех разъебываю, ебать. Я макак ненавижу, нахуй. Ну понятно, тогда ладно. Чё, ладно, блядь? А где био хуй? Здравствуйте. Здорово. Это у нас просто сейчас все на нейровах, просто мы только что железо ездили фармить. Круто. Чем торгуете? А, мы? Да у нас чисто название клана такое. О, там классик, там марихуан. Куда я сбежал? Я корабль водой наполняю. Свою жопу не продавал, надеюсь? Я шутую? Нет, конечно. Это корабль хорошо, но вот я в клан не вступил. Сейчас погоди. Они только посмотреть или уже зайти? Я спрашиваю, они посмотреть или входить собрались? А ты капитан типа или кто там, блядь? У нас чисто прям такого главного нету по факту. Поставь хуй на аватарку. Зачем? Ну, у всех главных стоит хуй на аватарке. Куда ни зайди, ебать, у всех хуй на аватарке. Ну, нас нет. Зачем? Куда на вас хуёвая гильдия получается? Нет, наоборот. Нет, если хуй на аватарке не стоит, у главного, иначе все пиздец, гильдия пропала, считай. Нет, так не работает. А нас распадется скоро. Да кого там распадется? А вот если хуй бы поставил, ебать, все бы остались, на твой бы хуй бы смотрели, где-то, ебать, заебись. И торговали бы хуями, потом вообще нормально. Call of Duty, мне очень нравились фашисты своей техникой и всем. Я очень
Мне нравилось. Я не фашист, я вот за такое, что одна... Э, что там за фашист, нахуй? Че ты, че за такое? Так, 2 секунды, сейчас придумаю. Пиздец. Погодь, 2 секунды. Алло, здорово всем. Здорово, Лев. Да, здорово, здорово. Я Лев, ебать. Ты тоже главный, типа, или нет? Ну, один из основателей, так сказать. А чё, вот. У тебя тоже хуя на аватарке нет? В смысле нет? А должен быть что-то? Конечно, ебать, а у вас гильдия распадется быстро, ебать. Блин, ну ладно, поставлю. Вы что, тогда ничем не торгуете еще, ебать? Так, конечно, хуй, ебать, на аватарке будет, все будут довольны. О, ну да. Чего вы к нам вступить хотите, я смотрю, раз уж зашли? Конечно, хотим. До сих пор фашисты не нравятся. Ну скажите, да? О себе немного. Как вы про Lost Oasis узнали, где играли до этого? Короче, я играл, блядь, макак хуярил, блядь, 3000 макак ебанул, нахуй. Нет, ну я имею в виду, серьезно, может быть, где-то до этого в другом клане были. Не, какой клан, ебать, я чисто захожу, у меня вот 500 часов наиграно, чисто макак ебашу. Такими, какие они есть. То есть ты соло играл? Конечно, нахуй мне клан был. Я макак хуярил, фармил опыт, ебать, нет, там корабль не ебаться. Ну это я понял, то, что ты с макаками развлекался. Нормальная тема. А ты это пропагандируешь? То есть у тебя 500 часов в соло? Да. И как вообще? Как ты вообще к зергам относишься? Да, мне чисто похуй, макак хуярю, заебись. Понятно. А Геносен? Куда он ушел? Я не знаю такого. А, ну это походу два разных чипа зашли, короче. Геносен, ебать, что за ник за такой нахуй? Так, сейчас, секунду. Сейчас я отойду, зайду. Чё, когда хуй на аватарку поставишь? Нет такого желания. Как нет? У тебя клан распадется, ты в курсе? Ты знаешь это, нет? Клан не распадется. С чего ты взял? Ну, причины на это нету, потому что... Есть, блядь, хуя на аватарке нет, клан распадется. Нет. Уже причину нашли, блядь. Чем докажешь, что причины нет? Ну, причины нету. Какая причина? Хуя на аватарке нет. Ну и что? Нет. Ты же основатель, хуя на аватарке нет. Ну, вроде так не работает. Так работает. Нет. Ты головой-то соображаешь, что без хуя у вас клан распадется. У всех топовых гильдий у основателя хуй на аватарке стоит. Можно и без ебать. А как без ебать, у вас у капитана хуй на аватарке? Тут по-другому никак, нахуй. Здесь я понял. Кого понял? Почему у него хуй на аватарке? Это оскорбляет меня, нахуй. Ну, это его личный аватарк. Чем он оскорбляет? Оскорбляет, ебать. Ты посмотри на этот хуй, блядь. Ладно, понятно. Хуй. Привет, привет. Почему у тебя хуй на аватарке? Тебе же ответили. Мне никто ничего не ответил. Общий, почитай внимательнее. Так ты главный член тут, да, нахуй? Я сын хуй. Хуёво тебе. Короче, куда ехать, бабочка прокачана, ебать. Готов фармить железо, ебать. Сейчас я к тебе приглашу члена Совета Братства, он с тобой поговорит на эту тему.